В России хотят запретить отключать отопление и воду за долги. Такой законопроект внесен на рассмотрение Нижней палаты парламента. Предлагается дополнить часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса формулировкой «Не допускается приостановление коммунальной услуги по отоплению, а в многоквартирных домах холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной оплаты потребителям». Данное изменение, по мнению парламентария, позволит защитить права россиян на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарных на бытовых условиях. Принятие и реализация поправок не повлечет расходов за счет средств федерального бюджета, указывается в пояснительной записке к документу.